Всем привет! Сегодня мы рассмотрим умные цифры. Это новинка 2020 года, развивающая игрушка из дерева, которая в игровой форме очень легко научит вашего ребенка считать. В набор входит 29 деревянных цифр от 1 до 10 и инструкция, в которой рассказаны правила 6 игр. Цифры полностью сделаны из бука. Это экологичный и прочный материал с уникальной текстурой. Такая игра будет долгое время приносить удовольствие и не окажет вредного воздействия на малыша. В чем основной смысл? Каждая цифра имеет свою высоту, пропорциональную ее значению. Чем больше ее значение, тем выше цифра. Если поставить блоки 2 и 3 друг на друга, их высота будет равна блоку 5. Это очень наглядно и понятно для малыша. Обучение происходит в игровой форме. В помощь родителям в наборе есть инструкция с обучающими играми. Для начала нужно научиться считать. В этом поможет первая игра, в которой все цифры необходимо выставить по высоте от 1 до 10. Также можно строить башню и в обратном порядке. Вторая игра научит складывать цифры. Попросите ребенка взять блок 5 и поставить рядом две такие цифры, чтобы они вместе были равны по высоте цифры 5. Для этого нам понадобятся цифры 3 и 2. Затем необходимо повторить то же самое и с другими цифрами. Таким образом ребенок понимает, что из маленьких цифр состоит большая. Также цифру можно составить и другими комбинациями. В третьей игре необходимо составить цифру 10 из комбинаций других цифр. Можно также построить башню, где каждый блок будет равен 10. В четвертой игре игроки выбирают такие пары, которые в сумме будут равны 10, после чего эти пары складываются в отдельную стопку и перемешиваются. Когда ведущий дает команду «Старт», необходимо как можно быстрее снова воссоздать пары. Побеждает тот, кто справился быстрее. В пятой игре ребенок будет строить башни из одинаковых цифр, которые будут в сумме давать 12. В случае, если у вас есть два набора, предложите ребенку построить башни из цифр 6, 4, 3, 2 и 1. В шестой игре можно научить ребенка умножать, объяснив, что такое числитель и знаменатель дроби, что складывать дроби можно только с одинаковым знаменателем, а если в дроби числитель и знаменатель равны, дробь равна единице. Затем попробуйте сложить простейшие дроби так, чтобы в сумме получалась единица. Таким образом, в игровой форме ребенок может легко и быстро освоить счет. Всем пока!